В Когалыме митинг, посвященный 35-летию вывода войск из Афганистана, состоялся в музейно-выставочном центре. 15 февраля вспоминают не только ветеранов-афганцев, но и других российских военнослужащих, принимавших участие в более чем 30 вооруженных конфликтах за пределами страны. Мы же чествуем с учетом того, что 35 лет назад последние колонны вышли из Афганистана, но при этом то есть мы вспоминаем о тех людях, о тех ребятах, о тех, кто участвовал еще в других локальных военных каких-то то есть действиях за пределами Отечества. И мы должны о них всегда помнить, никогда не должны забывать. Вместе с воинами-интернационалистами на церемонии присутствовали представители городской администрации, священнослужители и юнармейцы. В память о погибших они возложили красные гвоздики. Ребята там прошли нелегкую дорогу, многие не вернулись. Ну, хочу всем оставшимся пожелать здоровья, самое главное, благополучия. За эту встречу, организованную мэрией города, очень большое спасибо Пальчику за то, что не забываю. Сегодня нужное, необходимое для вспоминания, дат памяти, кто отдал жизнь, защищая свою родину, защищая южную границу нашей родины. И вспоминание и понимание, чтобы находил нынешнюю молодежь, чтобы знал своих героев. Продолжился митинг в парке Победы. Олеся Дементьева, Александр Чалок, Евгений Скляров. Наши города.